Мы запустили федеральный партийный проект «За самбо». Это говорит о том, что сегодня партия «Единая Россия» поддержала наш отечественный вид спорта и считает, что он действительно достоин большего внимания. И мы его сегодня запустили по всей стране. Основная задача – это больше воспитательная, относится к нашим детям. Мы запустили проект «Самбо в школу», который сегодня показал себя с наибольшей эффективностью. Мы даем возможность нашим детям на уроке физической культуры ознакомиться с элементами самбо. Сегодня мы, во-первых, уточнили акценты, благодаря которым мы можем эту работу сделать более эффективной, более продуктивной. Во-вторых, наметили планы по улучшению материально-технической базы тех общеобразовательных школ, вузов, где самбо сегодня культивируется. Третье, что, на мой взгляд, наиболее важно, мы обозначили проблему подготовки кадров для занятий этим видом спорта. Такие встречи важны прежде всего для того, чтобы мы скоординировали наши усилия, определили главные векторы развития самбо, в частности, в Омском регионе.